конкурс «Бэби-модель» проходит в Челябинске больше 10 лет. И с каждым годом желающих участвовать становится все больше. Потенциал детей уже давно выходит за рамки модельного направления. Именно поэтому организаторы решили поменять формат конкурса. Мы разделили по видам искусства, так скажем, фестиваль, потому что помимо детских моделей у нас есть еще и модели взрослые, то есть это девочки, которые в скором времени станут известными моделями. Конкурс называется «Хочу быть моделью», и мы отбираем на финал супермодели из этого конкурса. У нас два года уже работает прекрасная хореографическая студия, которая в этом году обрела очень много призов. Там, с первого по третье места мы выигрывали на разных престижных танцевальных конкурсах. И, естественно, у нас направление «Художественное слово» и «Актерское мастерство» в клубе развивается 27 лет. Этот фестиваль хоть и главное, но не единственное событие в жизни юных артистов. В течение всего учебного года танцоры, актеры и модели участвовали в известных городских мероприятиях. Специально к нашим конкурсам шьются коллекции, которые мы показываем на сцене. Потом эти коллекции можно приобрести. Они совершенно носибельные. Просто мы их показываем немножко в таком театральном виде, с какими-то элементами, аксессуарами, которые они, может быть, не будут использовать. Мы очень любим эту компанию, потому что они всегда безоговорочно после первого же звонка бросаются в бой и шьют что-то новое. Вот поэтому вы сами все увидите. Это очень достойная одежда для девушек, для школы. Участникам фестиваля от 4 до 16 лет. Их всех отличает по-взрослому серьезный подход к делу. На самом деле весь этот конкурс как бы дает шанс пойти куда-то дальше, развиваться. Кем ты хочешь стать? Ну, актером. Ну, хочет стать актером, поэтому мы и занимаемся актерским мастерством, правда? Очень сложный номер, сложная постановка, но очень интересно и увлекательно. Мне нравится, что можно как бы выступать, и все тебя видят как бы. Мы все волновались, но это было весело. По мнению зрителей, формат фестиваля прошел более чем успешно. А что касается участников, после окончания летних каникул их, как и прежде, будут ждать преподаватели клуба.